получится. Как сказал Даня Рэгбиз, благодаря моим видосам и благодаря тому, что он злился на меня и так далее и тому подобное, получился такой прекрасный промоушен Топ-Дог. Если честно, мне нравятся все промоушены. Хардкор, Топ-Дог. Я бы очень хотел увидеть слияние Хардкора и Топ-Дога. Кстати, Рэгбист вызвал Солуянова на бой. Сказал, если этот бой состоится, то будет слияние двух лиг. На что Толя Солуянов, кстати, ответил и сказал, обязательно подерется. Вы поймите, у Толи, блин, в жизни все очень хорошо. Он выйдет из зоны комфорта, он всю жизнь на шелковых простынях, грубо говоря, спит. А у Рэгбиста немножко другая история. И здесь, мне кажется, вот увидеть реально Калмыков, у них хороший боец, там, Золотой, там, да, Гаджи Автомат, там еще есть тяжеловес. Ну, реально было бы интересно зрителю это посмотреть. В общем, друзья и руководители всех бойцовских лиг, я, знаете, что советую? Пришел к тому, что нет смысла воевать. Да, у нас могут быть какие-то противоречия с друг другом. Да, хорошо, неприязнь, там, у нас с рэгбистом были, там, он мне там гадкие слова говорил, я ему гадкие слова говорил, наши бои несколько раз снимались. Но сейчас я пришел на чужую территорию и готов выйти на голых кулаках, хотя и не боксер. И с удовольствием это сделаю, надеюсь, что я, конечно, выиграю. Ну, а там уже как карта ляжет, потому что кулаки болят, ну, ничего страшного. Но я призываю к чему? К тому, что, зритель, будьте внимательней. Я вам еще раз говорю, что мое поведение на конференции Топ-Дога, я по жизни такой же, мои принципы по жизни такие же. И если я где-то в видосе кривляюсь, вот так, там угораю, там с братом, все, это же просто угар. Не воспринимайте это за чистую монету. Я свои принципы не менял, они не поменялись, злость на рэгбиста немножко ушла, но спортивный интерес остался. Естественно, и мы хотим показать красивый бой. В общем, я надеюсь, то, что вам это видео понравилось. Самое главное, проявите активность и напишите, что вы думаете по поводу боя Золотого и Анубиса. Потому что, мне кажется, это самый обсуждаемый сейчас бой. И вот это судейское решение для меня лично непонятное. Возможно, я не прав, да? Мы с вами и выясним. В общем, друзья, всем пока. Меня зовут Артем Тарас, канал Артем Тарас, перезагрузка. Всех обнял.